Вот что бывает с клебниками под воздействием ультрафиолета и высокой температуры. Он просто крышится, рассыпается буквально. Вот. Это я уже разобрал. Вот они, останки. Вот новые, но я не знаю, наверное, надо будет придумать что-нибудь еще. Это, короче, вот такая лампа. Здесь стоят две ультрафиолетовые лампы и два вентилятора. Один на вдув, второй на выдув. А здесь одевается вот такая вот крышка. То есть получается, воздух внутрь заходит. Заходит, проходит через этот ультрафиолет и выходит. Как бы стерилизируется, насколько я понял. Но здесь вообще кунсткамера просто. Вот тут, короче, ужас полный. Видать, уже был в ремонте. Скорее всего, родной блок питания для вентиляторов не такой. Вот здесь провод МГТФ. Вот он себя тут еще нормально чувствует. Вот термоусадка даже осыпалась уже почти. Вот такие вот дела. Ультрафиолет гробит все. Видео из разряда хроники.